У алматинской футбольной команды сегодня была сложная игра. Жаркая погода и мастерство шымкентских футболистов не оставили шанса на победу. Поднять настроение спортсменам удалось посещением аквапарка «Дельфин», самого любимого горожанами места отдыха. Сегодня был у нас тяжелый матч, и мы пришли в этот аквапарк и надеемся получить максимальное удовольствие от этого аквапарка. В Шымкенте мы впервые. Мы надеемся завтра на поле выйти с новыми силами. Брызги летят во все стороны. Ребята на время забыли, что в Шымкент они приехали на ответственные соревнования. Вот и тренер алматинской команды говорит, что в аквапарке его подопечные в первую очередь просто дети. Особенно вот я считаю, что после такого восстановительного мероприятия, значит, ребята более ответственно будут относиться к игре, ну и вообще к жизни. Отдых в аквапарке «Дельфин» для юных спортсменов оказался действительно полезным. За несколько часов ребята зарядились позитивом и энергией. Водные горки, чистейшая вода в бассейнах, уникальный микроклимат, который создает зеленые насаждения, идеальная чистота и безопасность – это лишь малая часть того, за что шымкентцы любят «Дельфин». Аквапарк давно стал визитной карточкой областного центра и радует, что не только горожане, но и гости Шымкента выбирают для отдыха аквапарк «Дельфин».